Спонсор прогноза погоды – Международный томографический центр МРТ-технологии. Величайшие врачи всех времен и народов сражались с невидимым врагом, имеющим множество обличий и одно имя – болезнь. Великих врачей было так мало, а болезней так много. Теперь же интуицию великого целителя многим больным дает он – магнитно-резонансный томограф. Видеть невидимое, служить людям. По информации синоптиков Западно-Сибирского метеоагентства, 7 июня ночью и днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13. Днем 28-30 градусов выше нуля. 8 июня ожидается погода без существенных осадков. Ветер восточный 2,7 метра в секунду. Днем порывы до 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха 13-18 градусов тепла. Днем плюс 27, плюс 32 градуса. 9 июня ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер южный с переходом на северо-западный 3,8 метра в секунду. Порывы 12-17 метров в секунду. При грозах усиление до 24 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-20 градусов тепла, днем 20-25 градусов выше нуля. Автомобиль «Лада» – высокий уровень надежности даже в сибирском климате. Официальный дилер «Лада» – автосалон «Авто-1». Главный спонсор прогноза погоды – автосалон «Авто-1». Говорят, здесь слишком круто, слишком темно, слишком жарко, слишком скользко. Но что для одних слишком, для нас возможность проявить себя. «Лада Веста» от 512 910 рублей. Превосходство на нашей территории. «Авто-1» 330-03-03. Спонсор прогноза погоды – компания «Еламед». Все для здоровья, здоровье для вас. Несут разрушения артроз и артрит, спину сковало, колено болит. Чтобы движение вернуть человеку, «Алмак-01». Скорее в аптеку. Жаркие цены в аптечной сети «Аптека Берская» и «Фармакопейка».